«Утро страны» на телерадиоканале «Страна ФМ». Ну и действительно, друзья, утро здесь у нас на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается. И прямо сейчас... Это что такое? Так, соберись, тряпка. Разволновался. Давай чуть-чуть. Раз, прямо сейчас, дубль два, действительно. Наступил тот долгожданный момент, когда в нашей студии появился... Дмитрий Колдун. Доброе утро. Доброе утро всем. Хорошего настроения, так сказать. А ты артист, не только певец, и композитор. Молодец, хорошо делаешь вид, что выспался. Отлично, выспался. Хотя мы только что узнали, что терпеть не может Дима вставать рано утром. Потому что является совой. Да. Как и многие артисты. Совой, так и филином рыбным, скорее. Слушай, ну это связано с тем, что большинство концертов, они как раз вечером, ночью. Но, да, ну, не только с этим, а с тем, что просто вечером не спится, иногда нападает вдохновение. Я думаю, сейчас скажешь жор. Не, жор нет, я с этим завязал. После того, как мой вес приблизился к 90 килограммам, я решил, что надо заканчивать. Что-то я не помню тебя в такой форме. Ну, я просто не приходил сюда, мне было стыдно. Ну, ждем в следующий раз. Хорошо. Ну, нет, я так понимаю, что я смотрел твой Инстаграм. Одну только фотографию с едой я нашла у тебя, где ты пытаешься съесть гамбургер, но не ешь его. Не, ну просто там и фотографии из спортзала нет, поэтому, в общем-то, это компенсация. Кстати, твой Инстаграм — это отдельная тема. Да, об этом мы говорим позже, Дим. Ну, у нас повод есть великолепный и действительно очень серьезный. Мы презентуем сегодня новую песню под названием «Пятница». Самое время в понедельник вспомнить о том, что было пару дней назад. Самый хороший день, самый любимый нами всеми — это день пятница. Вот эта песня написана мной на 74,32%. Округляю до второго знака. Желаю вам, чтобы у вас все было каждый день как в пятницу. Ну, я могу сказать, что ты написал новый совершенный гимн викенду, выходной. Ну, да, очень быстрый и очень лоботрясный. И мы его еще не слышали, кстати. Прямо сейчас у нас есть уникальная возможность, друзья, всем вместе в нашей дружной компании на стране FM эту песню Дмитрия Колдуна услышать впервые. Итак, прямо сейчас песня «Пятница». Одинокой птицей в клетке я сижу, целую неделю в календарь гляжу. Не пускает в небо будний кардинал, но сегодня наступил финал. Крутится земля, откроет двери мой любимый день. Расправляю крылья и ловлю ветра. Не хочу я жить, как жил вчера. Goodbye!
«Утро страны» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Ой, ну как же мне радостно напомнить вам о том, что у нас сегодня утром в гостях певец-композитор Дмитрий Колдун с премьерой своей новой песни, которую мы только что послушали. «Пятница». Доброе утро, Дима. Доброе утро. Доброе утро. Взбесились, так сказать, немножко. Да. Ну, я смотрю уже. Песня там способствовала. Слушай, Дим, скажи, а почему пришла тебе в голову мысль написать, а не про субботу, почему? А почему не про воскресенье? Ну, во-первых, пятница, наверное, самый веселый день. А во-вторых, эта песня как раз была написана в пятницу. Она была написана давно, честно сказать, года, наверное, два или два с половиной назад. Вот. Но она лежала. И дело в том, что я все-таки решил, что у меня очень много грустных таких вот песен с какими-то непонятными смыслами, как с каким-то мраком. И я решил все-таки-то разбавить, вспомнить тот грустный день, в котором я написал ту песню. И решил, что таким день должен быть. А ты прямо меня. Помнишь тот день? Да, у меня было жутко плохое настроение. Я прогуливался где-то в районе Кузнецкого моста, смотрел по сторонам на людей, которые вот они вот прям в них чувствовали, что они вот сейчас идут куда-то отмечать Тусить. Этот день, конец недели. И я заехал в студию неподалеку и вот, значит, записал демо, а потом вот уже все. Слушай, мне кажется, пятница — это идеальный вариант, конечно, потому что вот вся неделя, она уже там, позади, а впереди два выходных. Нет, ну еще есть майские праздники, новогодние каникулы. Это нет, но там уже история. Грустно. Да. Хотя Влад больше любит четверг, потому что в четверг он начинает предвкушать пятницу, а обычно уже потрясывается от счастья. А в пятницу как можно уже особо и не работать? Ну, потому что впереди выходные. Конечно. Слушай, но эта песня, она вышла, она не в альбоме. У тебя 4 альбома уже вышло, да? 4 альбома вышло, вот сейчас как раз и работаю над 5-м альбомом. Но дело в том, что работа над альбомом, она идет как-то так достаточно скомканно, потому что раньше была такая задача, такая вот гонка практически. Быстрее, социалистическое соревнование, вот выпустить какой-то альбом там в какой-то срок. Сейчас а такого с кем нет. Соревнование это было, Дим? Ну, со своим каким-то альтер-эго, я не знаю, вот кто первый выпустит, какие песни будут. Не знаю с кем, вот просто сами какая-то собой. Гонка была, да. А сейчас просто вот стал более тщательно относиться к материалу, потому что многие песни, которые выпускались на альбомах, ну, они даже на концертах не исполняются, вот просто вот мы считали, что вот надо их выпустить. А сейчас я работаю над тем, чтобы вот каждая песня, то есть ее можно было оставить, и она несла какой-то смысл. Слушай, а правда вот, что сейчас говорят, время альбомов уже немножечко... Ну, это говорили лет 5 назад. Прошло. Сейчас уже не говорят даже об этом. Артисты живут на уровне синглов, нет? Да, конечно, да, но просто альбомы — это что-то такое, какое-то, что ли... Ну, подведение итогов, черта, да, каких-то, какая-то, да? Да, какие-то вот рельсы. Ну, знаете, станция. Мне кажется, когда ты написал песню «Корабли», а ты уже, в принципе, можешь после этого жить спокойно. Не, ну, если бы я написал «Уи, папа, паропо», вот что-нибудь как бы такое, ну, да, наверное, можно жить. Или «Мамба номер 5». Вот. Ты себя недооцениваешь. Все девчонки нашей страны, в том числе и я, любили, страдали. Да, тогда. Под песню «Корабли». Нужно... Дима, «Корабли» я сегодня слышу с 7 часов утра здесь, в исполнении. Надо переписать еще на испанском и на английском, чтобы все поняли тогда, о чем эта песня. Охватить абсолютно всю аудиторию практически. Хорошая идея. Что сейчас еще у тебя в плане проектов интересненького? Ну, сейчас совсем скоро на Первом канале выходит шоу, называется «Звезды под гипнозом». Там нас будут заставлять есть гадости. Ой. Под гипнозом? Ну, как бы, ты да. разрешил с собой это сделать? Ну, а почему нет? В жизни я никогда не буду есть или... Таракана, да? А ведь показывать те эмоции, которые... А ведь теперь придется, наверное, это сделать. Ну, ничего, живой остался. Слушай, интересная тема, мы ее продолжим обязательно. Чуть-чуть попозже, прямо сейчас, друзья, небольшая пауза у нас. У нас здесь, на стороне FM, Дмитрий Колдун. Разговор продолжится буквально через несколько минут. Будьте, пожалуйста, здесь.
Чем больше знаешь, тем интереснее жить. А с хорошей музыкой интереснее вдвойне. Телерадиоканал «Страна FM». Только в нашем эфире. Ежедневно. Звездные гости, новости, наука, исторические факты, кино, города России и мира, культура, автомобили, путешествия, полезные советы, книги, спорт, все краски жизни и лучшая музыка. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Слушай. Смотри. И вот, друзья, если вы к нам только что подключились, вы чуть-чуть опоздали. Но впереди у нас практически еще 40 минут у и нас в гостях. И сладко подтягивается у нас сейчас, так прохрустывают свои позвонки. Шею, да. Дмитрий Колдун у нас сегодня. Да, и в начале часа он представил новую абсолютно песню. То есть мы запремьерили песню под названием «Пятница», которая ждем, в понедельник нас взбодрила. Собираемся. А мы ждем клип, кстати. Я собираюсь. Так что приходи еще. Хорошо. Но пока не расстаемся. Дим, я изучал твой Инстаграм. Так. И ты знаешь, могу тебе сказать, что контент у тебя, ну, такой очень спокойный. Но ты в основном выкладываешь фотографии с выступлений, каких-то мероприятий. Практически нет личной жизни и нет вообще информации о том, чем ты занимаешься вне работы. У меня примерно такой же Инстаграм. Почему? Ты же артист. Вы же должны постоянно вливать какие-то информационные поводы. Ну, вот откуда такое слово взялось вообще? Ладно. Ну, на самом деле... От вас этого ждут, скажем так. Я не знаю, что от меня ждут. Я, в принципе, не особо-то сторонник делать что-то на показ, поэтому если что-то выкладываю, то, ну, не знаю, какая-то просто фотка прикольная получилась или какое-то настроение в ней есть, я могу ее выложить. Слушай, ну все-таки ты, если... Мы сейчас, ну, не будет секретом, мы за эфиром говорили о... Не будем называть имена, о некоторых персонажах медиапространства нашего, которые очень много времени, больше, чем творчество, к большому сожалению, отдают как раз вот своей медийности, несмотря ни на что, стать медийным человеком. Ты отслеживаешь, как все, стараешься, чтобы ты появлялся вот там, там, здесь, ну, здесь, дело здесь. В том, что это здорово появляться, просто другое дело, что, ну, у меня немножко другие какие-то ориентиры были в жизни, то есть я никогда не хотел быть везде и с непонятной какой-то историей. В свое время даже после «Фабрики звезд», когда меня стали показывать там по всем федеральным каналам, но постоянно приглашали почему-то в программы, которые подразумевают какие-то кавера, перепевки, там, mm-hmm. там новые песни о главном, там какие-то творческие вечера кого-то, то есть я со своими песнями нигде не выступал. И вот я как-то, мне пришлось этой темы сруливать для того, чтобы как-то найти себя, и какое-то время даже меня там и не было. А я, знаешь, прочитала в одном из интервью, что у тебя все-таки была звездная болезнь, если можно так сказать. Не, чуть-чуть. Ну, мне кажется, она у всех была, просто проявляется по-разному. У кого-то в чрезмерной скромности, под которой скрывается такое ужасное, ужасный я. Я просто посылал там чуть ли не в открытую редакторов на проекте «Народный артист». Я считал, что я вообще, ну, типа там, как Пинк, например. А, вот так вот, да? Да, и поэтому, когда меня оттуда выгнали, я так немножко присел. Не понял. Вот, и ехал, помню, в окно смотрел в вагоне, в поезде Москва-Минск, и в Минске уже понял, что надо, наверное, как-то попроще быть. Ну, то есть ты сейчас понял, что этого не надо было делать? Не, ничего не понял, просто я просто веду себя попроще, и все. А так-то я при своем мнении. Вот сейчас тоже за эфиром говорили, что сейчас ты кайфуешь от того, что учишься тупо отдыхать. Ну да, мне кажется, нужно заставлять себя отдыхать, потому что когда у тебя голова все время занята какими-то делами, ты не можешь ненормально работать, потому что ты не знаешь, допустим, как продолжить то или иное дело. И вот нужно как-то найти в себе силы просто выключиться, хотя это, ну вот, кстати, кажется, про работу мы уже поговорили, да, и отдых Дмитрия Колдуна, это тоже очень интересная тема, и я предлагаю затронуть чуть позже, друзья, прямо сейчас у нас отличная песня, Любимка. И вернемся к разговору буквально через несколько минут. Это «Страна FM». Ты для меня будешь как свет. Ты лучше всех, ты мой ангел и мой свет.
собой, чтобы каждый мог загадать себе любовь. Потому что человеку нужен человек, чтобы держал его рукой рукой. Мы те звезды, что падают вверх и взрываем небо, как фейерверк. Чтобы миллионам людей на земле подарить самый яркий смех. С самого утра перед глазами твои глаза. У них самый кайфовый взгляд. Я могу наблюдать за ними часами. Утро страны на телерадиоканале «Страна FM». Да, друзья, утро на стране FM продолжается у нас сегодня, не боюсь этого слова, феноменальное утро, потому что в гостях у нас замечательный музыкант, певец, композитор Дмитрий Колдун. Спасибо, что пришел. Ну и сразу еще раз напомним, друзья, что в начале этого часа мы запремьерили абсолютную песню, на то она и премьера. Ну а те, кто пропустил уже, как говорится, опа, все. Ничего не опа, все прозвучит в ближайшее время обязательно, конечно. Мы будем ее повторять. Я имею в виду этим утром. Этим утром, может быть, пропустили. По пятницам будем слушать вообще только пятницу. Слушайте, ну мы поговорили о том, как Дмитрий Колдун работает. Примерно все понятно. Как Дмитрий Колдун отдыхает? Ну, вот, ну, Дима успел сказать, что спокойно, стал отдыхать по-разному. Больше. Ну, раньше просто, знаете, как вот, когда ты один, когда ты, в принципе, так свободен, ездишь куда-то, занимаешься какими-то сногсшибательными вещами, каким-то экстримом, вот, и рафтинг был. Хотя, честно говоря, вот недавно даже вот как-то попробовал себя вот на лыжах. Хотя плохо, с моими ножками тоненькими, было очень смешно. Горный ты имеешь в виду? Да. Я падал много раз, но мне кажется, падать даже интереснее, чем ехать в этом плане. Но там самое интересное, что учишь сначала не ездить, а падать, кстати говоря. Нельзя падать на попу, потому что конец. Прям научился хорошо. Вот. А сейчас, знаете, как-то к земле потянуло, что ли, каким-то животным. И ну, в наверное, во многом тебя очень связано с тем, что появились детишки. Вот как-то хочется их познакомить с миром. У тебя мальчик и девочка. На свиньях можно покататься. Слушай, а расскажи вот про этот удивительный вид досуга, вот катание на индюках, на кабанах. Нет, что это? Это все зависит от грузоподъемности, так сказать, животного. Но в Минске, в Беларуси в целом очень много агроусадеб. Там мало того, что можно и поесть вкусно каких-то национальных блюд и попить национальных это блюд. Это мы в курсе. Вот. И, кроме того, очень много животных, которые разводятся в том числе или отлавливаются, ну, вряд ли, в диких условиях, там, олени, лоси, даже, например, можно вот попоить из пластиковой бутылки кое-чем покрепче кабанов. Ух ты! И потом я, оседлать говоря, кабана, да? Ну, я, честно говоря, вот первый раз, когда занялся этим, попробовал это, понял, что такое спаивал пить, как кабан? Свинья. И, потому что пьют они из горла просто жутко. То есть вот откуда выражение пошло, да? Дима, как бы сейчас говорить всем, если летом отдыхать, езжайте, пожалуйста, в Беларусь. А название-то какое? Агроусадьба. Кутузов, не хватает тебя там, этой усадьбки, а? Ну, грабель, ты вписался бы там. Слушай, я бы с удовольствием. Разбрасывать усадьбу. Ну, скажи, а ты катался на индюке на том самом, нет? Нет. Там индюк, я думаю, бы не сдюжил. Мне кажется, он не осилит тебя, потому что ты парень, ты не маленького роста все-таки. Надо еще немножко как-то похудеть. Кому? Индюку? Нет, индюку нет уже. Слушай, ну а куда-то подальше? Там море, какие-то острова и так далее. Ну, этим летом отправимся всей семьей на море. Неподалеку, на Средиземное. Потому что все-таки детишки небольшие, как-то шокировать их перепадами жуткими не стоит. А доченьки у тебя сколько? Год. Год. С небольшим. Зовут Бурипушка. Алиса зовут Алиса, ее, да? Да. Привет, я говорю. Алиска, привет. Да, конечно. У нее еще раз фокус, мне кажется, Алиса. Ну что, друзья, мы продолжим наш разговор с замечательным человеком, с Дмитрием Колдуном, совсем скоро. Прямо сейчас небольшая музыкальная пауза, и к вам вернемся. Я знаю, где живет любовь, в каких укромных уголках твоей души ее искать. Я таю от твоих волшебных слов, и мне так хочется тебе о своих чувствах рассказать. Я знаю, где живет любовь, в каких укромных уголках твоей души ее искать. Я таю от твоих волшебных слов, и мне так хочется тебе о своих чувствах рассказать.
Страны на телерадиоканале «Страна FM». И, друзья, сегодня утром на «Стране FM» здесь у нас... Мы проснулись, наконец-таки, да-да-да. Дмитрий Колдун сегодня у нас в гостях. Доброе утро. С премьерой новой песни, которая называется, несмотря на сегодняшний понедельник, называется все-таки «Пятница». Мне нравится такое название песни. Смотри, что мы хотим сейчас с тобой проделать, Дмитрий. Мы предлагаем такую игру. Тебе нужно отвечать быстро, не задумываясь. И первое, что придет тебе в голову. Продолжить фразу. Обычно ничего хорошего в голову первого не приходит. Вот этим это и интересно все. Такой небольшой блиц-опрос. Блиц-опросик. Ну что, погнали. Да. Поехали. Я горжусь собой, когда? Сплю. Будь я врачом, я бы... Резал. Ну, жестко. С утра в понедельник. Когда у меня хорошее настроение, я... Живу. Мама в детстве называла меня... Иди сюда. Серьезно сейчас. Самое главное для мужчины быть... С собой. Мое любимое дело по хозяйству. Траву сеять. А я думал, что скажешь готовить. Нет, готовить я умею, но не очень-то люблю. А траву сеять, пожалуйста. Принимается? Самый счастливый момент моего детства. Когда родители были вместе. Я бы, Дмитрий Колдун, хотелось бы очень познакомиться... С Богом. Я не могу отказать себе в... еде. Любимый цвет носков. Мне он один, черный всегда. Даже если они белые. Сейчас очень серьезно, сосредоточься, пожалуйста. Соленый огурец или эклер? Ну, с утра лучше эклер, вечером огурец. Вопрос, на который мы знаем ответ, но все-таки хочется услышать его от тебя. Суши или драники? Ну, драники. Конечно, однозначно. С рыбой. Тут вряд. С рыбой? Конечно. С семушкой, да? Ну, да. Как сказал бы сейчас Влад, да? Лучшая рыба – это свинина. Да, да, о да. Смотри, Дим Колдун злится, молча дуется или орет? Молча, молча дуюсь. Ты сегодня проснулся рано утром, какая была первая мысль? Ну, она была не очень цензурной, но, скорее всего, пора в школу. Блин, зачем же они так рано меня-то вытаскивают сегодня? Реально, с тем же ощущением, что мне пора вставать на занятия, на учебу. Вот это та старая история из детства, которая... Сколько живет любовь? Долго, как ящерица, которая питается правильно. Слушай, а правда ты коллекционируешь ящериц? Мы где-то видели это. Коллекционировал, но искусственных, не живых. Живых невозможно коллекционировать. А почему ящерица? Как у тебя первая ящерка появилась, ты помнишь? Дело в том, что было такое наитие, вот мне пришло, что, значит, мы организовали студию звукозаписи, что она должна называться «Ящерица». Я не помню, при каких обстоятельствах это произошло. Ну, решили, что модно звучит. Да, да, да. Угу. Ну, нет, не модно. Я почему-то представил, изначально был какой-то образ выставки ящериц. Ну, таких, по-моему, нет. И вот все-таки студия не может называться «Выставка ящериц», поэтому... Ну, собственно, как символ всего происходящего ящерицы и возникло. Символ — это... Юркое такое существо, которое может отбросить хвост и как бы дальше пойти. Не отпадал хвост предприятия? Отпадал неоднократно, но тем не менее я еще тут. Вырастал новый? Ну,
так. Какой-то стиль. Молочный отпадал, хвост вырастал коренной. А слабо коротко ответить вот двумя фразами. Дмитрий Колдун через 30 лет. Подтягивается 15 раз и пробегает километров 10. А мы приглашаем тебя. Через 30 лет увидимся, и будет неплохо. И проверим. Но мы не прощаемся, друзья. Вернемся к вам через несколько минут. Страны на телерадиоканале «Страна ФМ». Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это утро, и у нас сегодня в гостях певец-композитор Дмитрий Колдун. Еще раз доброе утро. Да, спасибо. Доброе утро. Доброе утро, Дим. Спасибо еще раз, что пришел. Да, посыпались вопросы в нашей группе ВКонтакте для тебя. Дмитрий, здравствуйте, пишет Виктория. Привет. Такой вопрос. Дарили ли вы когда-нибудь песню кому-нибудь на день рождения? Просто сегодня день рождения. Моя мама и ваши новые песни — лучший подарок, мы вас любим. Нет, ну как бы в смысле писал ли песни кому-то? Нет, а пел много раз. Ну это понятно. Человек-артист. Да. Слушай, и вот еще одно сообщение. Дима, ты один из лучших певцов, и как жаль, что в этом году нет в номинациях на музыкальных премиях. Тебя достоин быть не только номинантом, но и лауреатом, пишет Татьяна, и желает творческих успехов и всегда только удачи. А вот, кстати, да, недавно была, да, одна знаменитая музыкальная премия. Не так обидно быть там и не получить номинацию? Ну, вы знаете, ну, во-первых, я же когда туда шел, я уже знал, что у меня нет ни в номинациях. А во-вторых, вопрос, наверное, скорее отношений и внутреннего настроя. Раньше, когда приглашали на какие-то мероприятия в качестве гостя, ты такой, ну что я туда пойду, там же вот это все, мне все равно там ничего не будет, кто я там вообще и зачем я там нужен. А теперь как-то я
просто прихожу посмотреть, вот интересно, знаете, как вот, что происходит, что делается. Такое, и так вот хорошо, когда ты вот расслаблен и не напрягаешься по поводу того, дали тебе там что-то, не дали. Но это такое со вообще гармония пришло, такая, да, просто жуткая. Это какой-то такой философский, отстраненный уже взгляд. Да нет, нет, да, не, нет, не то, что я там, знаете, там какой-то Будда созерцающий, вот, нет. Просто главное, как бы настроить тебя на то, что, ну, посмотреть на это тоже, получить удовольствие как зритель просто. Я пришел как зритель туда. Может вот сейчас интроверт Дмитрий Колдун дать несколько советов начинающим музыкантам, что нужно делать вот в начале творческого пути? Вот есть какие-то такие критерии успеха? Что нужно делать? Мне кажется, надо пытаться разными способами достигать своей цели. Если не получается в одну дверь постучать, надо стучать в другую. И рано или поздно вот все ваши попытки, они превратятся в какой-то результат. Нравится он будет вам или нет, это уже другой вопрос, но вы его сможете потом сконвертировать куда-нибудь. Слушай, а ты придерживаешься точки зрения, вот знаешь, когда говорят, что если человек год делает что-то, не получается, два года, три года, значит, это вот, ну, вообще не твое, и надо просто бросать это дело? Или все-таки биться лбом до бесконечности? Ну, как сказать, а если мне нравится делать это год, и два, и три, и я получаю от этого кайф, что ж тогда делать? Тут уже что считать критерием успеха? Да, для человека, мне кажется, все-таки каждый должен сам выбирать, это успех публичный или успех для самого себя. Когда ты понимаешь, что ты успешен, что все хорошо? Или такого не бывает вообще, в принципе, все время критикуешь себя? Ну, просто радуюсь, когда, например, творчество находит какой-то отклик, вот в том числе вот люди, которые пишут вам, в том числе сюда, пишут, вот как жаль, что не было. Да, ну, я думаю, что номинации всегда и премии — это очень здорово, и обязательно они будут. Слушай, а прям вот коротенько, у нас немного времени, а все-таки успех для тебя — это внутренний, вот, блин, да, я это сделал, либо когда тебе говорят, Димка, круто, супер, нет, песня мне вообще. Главное вот быть вот как бы в покое, в комфорте и знать, что вот мне хорошо. Самому, вот это самое с собой. Главное. Да, мы прям очень надеемся, что тебе было сегодня хорошо. Ой, у нас здесь на стране FM, несмотря на то, что утро очень раннее, а ты все-таки сама. Обнимемся, друзья. Конечно. Но мне кажется, мы тебя взбодрили, у тебя глазки повеселили. Взбесился немножко. Дим, большое тебе спасибо огромное, что пришел. Друзья, у нас был Дмитрий Колдун здесь на стране FM, а мы с вами прощаемся до завтра, вернемся в 7 часов утра. Пока-пока. Всем пока.